народный, артистов азербайджанского народного танца Адлар и Юрду. И вот как раз, ребята, доброе утро. Доброе утро. Как это у них вот это получается синхронно? Еще вот так. Ну что же, мы приветствуем не только этот ансамбль, еще приветствуем Владислава Калинина, исполнительного директора шоу проекта «Модель Стар», Ксению Гагунскую, участницу шоу, и Данила Дружинина, тоже участника шоу. Я пока перебегу вот сюда. Проходите, проходите, ближе. Здравствуйте. Вот к таким красивым ребятам. Здравствуйте. Ну что, да, да. Доброе утро. Доброе утро. Ну что? Доброе утро. Красоту традиции сейчас нам продемонстрировал азербайджанский ансамбль, но мы ее увидим не только в студии, но и на проекте «Модель Стар». И подробности как раз сейчас выясним у наших гостей. У нас первый вопрос, конечно же, к Владиславу. Владислав, организатор особо отмечает, что «Модель Стар» — это не конкурс красоты. Кого вы тогда ждете и какая цель у этого шоу? Да, действительно, вы абсолютно правы. «Модель Стар» — это не просто конкурс красоты, это вообще не конкурс красоты. Это социальный направленный проект, основанный на моделинге. То есть сфера моды — это лишь красивая обертка. Цель нашего проекта — абсолютно новый, свежий взгляд на моду в Сибири, именно в Сибири. Также мы хотим дать возможность молодым ребятам и парням, и девушкам попробовать себя в сфере моды и не тратить долгие годы на то, чтобы понять, их это дело или нет. И также благодаря нашим партнерам и соорганизаторам, скажем так. Соорганизаторам, да, мы даем им возможность сделать очень большой шаг, которым идут в модельных школах годами, всего лишь за один месяц участия в нашем шоу. Как амбициозно, очень интересно. Да. А вот Габриэль, я вижу, точно интересуется, говорили, что это шоу межнациональное, да? Да, то есть, получается, не только будут сибиряки, там, русские. Ну, все, представители всех народностей, которые живут у нас на территории. Говорят, как проявляется вот этот национальный колорит? Проявляется он самих организаторов, ведь соорганизатором нашего конкурса выступает Красноярское отделение АМОР, также в лице общественного деятеля Саадет Караевой и в лице нашего замечательного ансамбля. Учитывая то, что Сибирь очень многонациональный регион нашей страны, мы хотели бы сделать упор еще и на это. Мы приглашаем абсолютно всех ребят, и парней, и девушек, любой нации, любой этники принять участие в нашем шоу-проекте. Ведь мы ищем не моделей, не готовых моделей, мы ищем именно личностей. Ребят с сильной какой-то общественной позицией, желанием приносить пользу обществу. Спасибо, чему хорошо. Будете обучать? Вот, например, танцам, песням? Да, может быть, там, ребята дадут какой-то мастер-класс, кстати, да, барабан? Или испытания. Вот, на самом деле, всех карт мы сейчас раскрывать не хотим. Ну, хотя бы одну карту, пожалуйста. Одну карту я вам раскрою. Наши наставники и тренера создали себе, так сказать, имя и успешную карьеру провели в Европе. То есть это впервые за Уралом европейский уровень моделинга. Давайте все-таки спросим у артистов, чему они научат, и о их творческом союзе. Вы как самый главный, я думаю, человек. Да. Расскажите нам, пожалуйста. Доброе утро еще раз. Доброе утро. Наш ансамбль является непосредственно участником в этом данном проекте «Модель Стар». И помимо всего этого, мне бы хотелось сейчас воспользоваться возможностью и пригласить всех на День азербайджанской культуры, который состоится 30 апреля. Во Дворце труда и согласия «Металлургов 22». Всех ждет премьера шоу-постановка Рауфа Зейналова «Легенда Сары Гялин». Поэтому ждем всех. Надеемся, всем очень понравится. Конечно, понравится. Нам понравилось. У меня аж мурашки пошли по коже. Что касается данного проекта «Модель Стар», мы там участвуем тоже, тоже и делаем открытие. Ну и поэтому это, так скажем, не только поэтому это несет нотку межэтнического, межнационального проекта. Спасибо большое. Давайте к участникам. Габриэль мне поможет. У нас мало времени. Продолжай. Скажите, пожалуйста, а сколько заявились уже? Пока что заявилось уже более 50 человек, но заявки мы до сих пор еще принимаем, мы будем принимать их до последнего дня перед конкурсом, перед кастингом, который будет проходить уже в эту субботу в 2 часа дня в Доме дружбы народов. Ну и не зря стоит молодой человек с Данил, гитарой. Да, Дружинин и Ксения Гагунская, участники шоу. Ребята, коротко, почему заявились? Да. И продемонстрируйте, там есть творческий номер в заявке обязательный, да? Да. Давайте.
Ну что? Повторите еще раз вопрос, пожалуйста. Почему заявились? И говорят, что у вас есть номер. Ну, почему я заявился? Так. Когда мне рассказали, меня очень заинтересовал этот момент. Угу. Мне как бы хотелось давно уже себя проявить, показать, угу. все такое. И вот решился на это. Что Хорошо. Будем делать? Что будем делать? Ну, барабанить на гитаре? Нет, конечно, нет. Я спою песню. Давайте, да, у нас есть коротенько. А пока вы готовитесь, и, ребята, вот вступите, пожалуйста, одно местечко. Одно. Пусть главное идет сюда, я постою рядом. Мы подзвучим. К Сене, скажите, пожалуйста, а вы, у вас там стоит в анкете хобби, интересы, увлечения. Какие у вас, как они помогут вам пройти и попасть в этот проект? Ага, у вас есть микрофон, говорите. Да, есть микрофон. Какие увлечения? Да, да, не стесняйтесь, говорите. У меня увлечение, занимаюсь спортом. Отлично. Каким? Я бегаю. Ну, везде понемножку. Вот. Что еще? И все? У меня много увлечений. Спорт. Ну точно, я думаю, что просто Ксюша чуть-чуть стесняется. На самом деле, когда мы готовились к этому эфиру, то есть я, конечно же, рассказывал о том, какие вопросы примерно могут задать, и подготавливал к тому, что могут спросить, что будет она готовить, что будет показывать. Она решила не раскрывать все карты, говорит, я удивлю на кастинге, пусть приходят на кастинг и пусть смотрят на меня там. Какая Ксения. В хорошем смысле слова. Вы, Данил, готовы? Да. Поехали. Чудное время, забавный век. Тогда был не в моде обычный человек. Волосы длинные, на ранцевые значки. С таким внешним видом мы в школу шли. Тектоник, дэм-дрэнс, все вокруг танцевали. Видюхи, 3GP, пайкпорту передавали. Знали алгебру, это не круто. Но тратили деньги в компьютерных клубах. Крайзис не шел, играли в КС. Давай даст два, а мэншин есть. Вспомнив Сан-Андрес, как водил кисаям, чтобы радовать копов. Рогам все слушали гуф, и АК-47 качать пиль на флешку нам было не лень. Я помню это время, был молодой, бывает скучаю очень сильно порой. Верните мой 2007, я буду снова с небритой головой. По двору бегать, с друзьями гулять, пить юпи и танцевать. Верните мой 2007, я буду снова с небритой головой. По двору бегать, с друзьями гулять, пить юпи и танцевать. И танцевать. Прошлось 10 лет, я другой человек. И сникерсы теперь я не ем на обед. Работа, учеба, девушка орет. Столько проблем, меня аж трясет. Где моя юность, где мои года? ВКонтакте была еще стена тогда. Вернуться сейчас туда хотят все, а я лишь хочу стать Хокаге. Стать Хокаге. Бегать с друзьями, гулять, пить блэнди и танцевать. Верните мой 2007, я буду снова с небритой головой. По двору бегать с друзьями, гулять, пить юпи и танцевать. И танцевать. И танцевать. Браво! И таким вот как раз будет шоу «Модель Стар». Я напомню, у нас в гостях был чудесный народный ансамбль, артисты его. Кстати, ансамблю 10 лет уже. Адлар Юрду, руководитель, артисты, а также Владислав Калинин, исполнительный директор шоу-проекта «Модель Стар», Ксения Агагунская, участница, и Даниил Дружинин, гитарист-участник.